Вам же интересно, что происходит зимой в веломастерской. Давайте я вам расскажу. Сижу я вот у теплого котла. Здесь у меня колесико отмыто и сейчас сушится. Вот эти два колеса я уже отмыл, перебрал. Их надо устанавливать. Вот эти два колесика, соответственно, сейчас надену покрышки и понесу устанавливать на велосипед. И пойдемте. Сейчас я вам буду все показывать. Так. Сегодня на улице, в принципе, тепло. Вот на градуснике у меня примерно минус 5. Снега навалило очень-очень много. Сейчас конец января. Сегодня у нас вечер субботы. Очень много навезли велосипедов. Я вот пообедал и уже стемнело. Возвращаюсь в нашу мастерскую. И вот смотрите, что у нас здесь происходит. Этот велосипед GT, ему 4 годика. Здесь у нас замена каретки. Типичная история с GT, переборка обоих втулок. Достаточно все грязное. Будем все это менять, настраивать. Велосипед туристический. Здесь вообще все достаточно тяжело. Здесь переборка обоих втулок, замена всей трансмиссии. Вообще все, что можно менять, будем менять. Такая вот интересная самоходная тележка. Это для того, чтобы клюшки для гольфа перевозить. Здесь сломался аккумулятор. Будем, соответственно, менять аккумулятор, что-то придумывать. Здесь тоже колесико я снял с велосипеда. Вот велосипед. Ну, типичная история у всех, наверное, велосипедов зимних, да и летних, это переборка задней втулки. Иногда переборка передней втулки. Вот. На этом велосипеде у нас как бы задняя втулка уже немножечко хрустит, но здесь такой большой износ чашек, что я думаю, что мы не будем втулку перебирать. Я с клиентом это согласовал. И здесь просто эта втулочка доездит свое, и мы просто в следующем году втулку поменяем на новую. А вот переднюю втулку здесь мы будем перебирать. Менять трансмиссию, менять шатуны, менять задние звезды, менять цепь. В общем, полный износ трансмиссии. Человек катается каждый день на работу. Дальше вот так вот аккуратненько, потому что места уже не хватает. Только что при клиенте я поставил велосипед. Здесь тоже самая переборка задней втулки. На этом велосипеде тоже переборка задней втулки. То есть основное сейчас у нас в работе — это переборка задних втулок на всех велосипедах. Пойдемте дальше. То есть это вот только часть той работы, которая у нас тут происходит. Здесь у нас стоит раз электровелосипед, к нему колесики. Здесь вот стоит второй электровелосипед, рама. Вот у нас висит третья рама. Это все будет у нас собираться электровелосипеды разные. И вот здесь вот вчерашний проект. Я про него уже начал видеозапись. Здесь сборка фиксового велосипеда полностью. То есть алюминиевая рама, и мне надо его полностью целиком собрать. Здесь в бытовочке у нас висит обогреватель. Вот такой вот на потолке. И от него очень тепло. Температура сейчас у нас здесь минус 3 примерно. То есть я с утра пришел, немножко включил, что-то поделал. Потом у меня очень сильно что-то сегодня разболелась голова. И очень много клиентов. Со всеми пока пообщаешься. Со всеми пока все объяснишь. Пока примешь велосипеды. Время летит. Время обеда. Я пошел пообедал. Вот сейчас решил вернуться, заснять, что здесь происходит. Сегодня, наверное, уже ничего делать не буду. Вот это вот я перебираю как раз втулки. Здесь надо полировать конуса. Отмыты роторы. Столько вот грязи на салфетке. Да, это с обезжиривателем я протер такие вот блестящие роторы. То есть в мастерской работы хватает даже в январе. На данный момент я не знаю, какая тут у меня примерно очередь. Почему так получается? Потому что, допустим, колеса перебирать. Мне нужно взять колесо, снять его, отнести домой, помыть полностью, да, потому что вот оно сейчас грязное, в снегу и так далее. Поставить, чтобы оно высохло. Все его разобрать, все его вычистить, потом опять прийти на улицу и здесь уже растворителем его помыть. После этого принести, поставить его на велосипед и уже все настраивать. И на это уходит какое-то время, плюс одеться, раздеться и так далее. Плюс на улице достаточно прохладно, а затаскивать велосипеды грязные, к сожалению, не хочется в помещение, потому что когда все вот это вот оттаивает, оно все начинает капать на пол. Поэтому мы работаем частично на улице, частично в доме, частично в мастерской. И по времени, к сожалению, это сейчас немножечко затягивается. Вот такие вот будни
нашей небольшой скромной мастерской.